Без чего невозможен настоящий институт. Там могут быть великолепные аудитории, талантливые преподаватели, но если не будет студентов, то не будет института. Но нам нужны не просто студенты, нам нужны наши студенты. И вот каждый год в приемную кампанию на Тверской бульвар 25 приходят тысячи молодых людей, из числа которых мы выбираем тех, кто станет, в конце концов, надеждой нашей русской литературы. Очень хочется верить, что коронавирус не полностью истребил все таланты в нашем народе, и мы наберем достаточное количество студентов, которые будут учиться у нас, к которым мы будем великолепно относиться.